Дважды сообщение. В городе есть серийный убийца. Уже было совершено не одно нападение. Отличительная черта убийств – это белые жасмины. На местах... Прошу прощения. Рад видеть вас. Хорошо, что вы обратились ко мне. Я надеюсь, что наши совместные усилия будут полезными для вас. Доктор, не страшно. Недавно на меня было совершено покушение. Вечером, когда я возвращалась с работы, на меня напали. С тех пор мне снятся кошмары. А какие кошмары? Можете поподробнее рассказать? В моих кошмарах всегда присутствует мужчина без лица. Он будто бы всюду следует со мной, куда бы я ни ходила. А потом он резко набрасывается на меня и начинает душить голыми руками. Постоянно просыпаюсь от нехватки воздуха. Обычно кошмары — это подсознательные страхи. Вспомните об этом дне максимально детально, пожалуйста. Он появился и набросился на меня так внезапно, что не успела среагировать. Сначала он стал душить меня голыми руками, а затем связал и оттащил вглубь. Будто бы черпал силу, когда душил меня. Будто бы сам был себе хозяин. Будто бы особое удовольствие получал, когда жертва царапалась, сопротивлялась, боролась. Вы помните какие-нибудь отличительные черты этого преступника? Если мы сможем создать его образ, то преследователь в ваших снах обретет свое лицо. И тогда уже бороться с этими кошмарами будет намного легче. Белая жасмина. Необычный выбор. А вы знали, что это цветы соблазна и смерти? Нет, к сожалению. Не знал. Я это жене купил. Она любит эти цветы. А жаль. А давайте сделаем перерыв. Что хотите, кофе или чай? Нет, спасибо. У вас тут курят? Да, конечно. Можете уйти на руку. Можешь снять маску. Покажи свое истинное лицо.